Здравствуйте, Дима Сергеевич. Здравствуйте. Вот так вот новости узнаются. Не вы мне рассказываете и подписчикам, а Смоленск пишет. Спасибо Диме Сергеевичу, что приняли на лечение косулю. Что за косуля? Откуда косуля, она у вас? Кто уже стуканул? Подслушно Смоленск. Спасибо, да. Диме Сергеевичу пишет. Ну ладно. Так что весь Смоленск знает, а мы еще не знаем. А мы не брали ничего. И отдавать тоже не будем. Кто это у вас такой новенький, спокойный? Это у нас к Ивасику прибыла подруга. Машина ее сильно стукнула по голове. Вот, думаю, так внутренние органы вроде бы целы, крови нет внутри, ну, на ногах ходит, но ложится больно, ушибы вроде как сильно. И по голове ей прилетело, кусок языка торчит, может откусила, может челюсть сломала, кто его знает. Сейчас не хочу ее шевелить. Вот. Ну, вроде бы подружились мы с ней, как бы. Она видит, что и Васик тут ходит тусить, но и она тоже не против. Единственное, что еще у нее проблемы с челюстью, как ее накормить. Вот воду она не пьет тоже, но движение, не знаю, будет от воды делать челюстью какой. Крем, водичку давай. Водичку чуть-чуть. Оп, водичку. Видишь, не лижет даже. Язык не высыпает, болит там все у нее. Давай скорее еще. Чуть-чуть. Ну хоть бы движение. А она же была у врача, правильно? Не была она у врача. Подслушно пишет, что была. Была. Что вроде бы свозили. Ну. Просто, может быть, ей что-то сделали от опухоли челюсти, вот к этому. Нет. Ничего не делали. Какой ей сейчас врач? Ну какой? Лишний стресс? Чтобы он у меня от сердца лопнуло. Я не говорю, что надо вести к врачу и сказать, что делать, а к тому, что ее ничего нашли и вроде. Вообще ничего не делать. Понятно. Отдохнуть дать. Молиться прийти в себя. Ну, в компании-то повеселее будет, конечно. Да. А, и Васик у нее есть, она с ним нормально. Он ей подходит, нюхает. Но мне что нравится, что она позволяет гладить себя, она не кипишит. Спокойная, да. Да, спокойная девочка. Это просто я говорю, вот кто придет, Гафечка будет, вот она и пришла, Гафечка. Ты моя зайка хорошая. Красивая. Долго ждать не пришлось. Ночью прилетела. Будешь, Гафечка. Да? Больше года ей. Прошло. Девочка, да? Девочка. А как зовут? Гафечка. Гафечка? Да. Красивое имя. Гафечка ушла, Гафечка пришла. Да. А я вчера загадал, думаю, кто первый придет, тот и имя получит. Да ей больно очень. Ну, лучше не трогай. Да я не трогаю, язык, шерсть. Язык на бок у нее. Да? Это умеешь так делать. Ив-ив. Ну, посмотрим. Кто сказал ив-ив? И сегодня я ей давал сухарики пробовать. Она вроде бы как что-то попыталась его взять, но попытка была... Может, его размягчить в воде, чтобы она его слизнула как-то? А у Васика уже вон рожки пробились уже. На кенгуру похож Васика. Уже длинные. И кенгуру. Да. Руки мне любят лизать. Очень да, кенгуру. Уши длинные. Ну, не было молодой подруги. Брали, какая попалась. Так что извини. Зато какая красивая. Красивая, да. Так она, смотри, это самое, она... Ну, она не шугается. Нету истерики, согласись? Да, вообще нету. Я думаю, что все нормально с ней будет. Она не паникует. Она вот видит. Вот что-то там, видишь, отрыгнула и жуёт. Ага, да, значит, челюсть вроде целая. А может, и ела, кто её знает. Она отрыгнула только что и пережёвывает, ну, как они это делают. А если, может, оставить ей под носом еды? Кутёчек маленький. Можно боится срок брать. Может, ей под нос поставить? Да его поставить, оставить и уйти, да? Ну. А она уже лежала возле еды прямо, под ней миска была. Она, может, и поела даже. Но она отрыгивает, желудок работает. Хорошо. Желудок работает? Желудок хороший. Рожки почесал. На кухарь. Васька, иди сюда. Иди почесу рожки, ложки. Еще бодается уже. И бодающая рогами своими. Иди бодаться. Чешется, наверное. Бодается, смотри. Рогами своими. И Васик. Дай мордочку.
Олень. Давай, я чешу. Сучка,